другие люди, которые определяют нас самих, наши интересы, вкусы, предпочтения, нашу судьбу в значительной степени, потому что понятно, что наш ребенок, которого мы рождаем, определяет нашу судьбу, партнер, с которым мы вступаем там, в брак, какие-то долгосрочные отношения определяют нашу судьбу, родители определяют нашу судьбу там, и так далее. Значит, они есть вот наша личность, да, потому что они определяют нас, как вот кто мы есть. Воспитываясь мы в другой культуре, с другими людьми, мы бы были бы другими. Понимаете, Оливер Твист. Понимаете? Вот один в одной среде это, а тут в среде другое. Потом поменяли среду, снова Оливер Твист меняется. Понимаете?